Котофейка, покажись, какой это есть-то. Смотрите, ребят, его я нашел. Блин, уже, конечно, уже его восстановил, вылечил. Вот здесь вот эта сторона. Вот, если видите, он боится. Сейчас я ему уколы делал. Побежал. Ребят, видели вы кота? В итоге нашел его, весь в гною был, уже умирал. Вот, и у меня еще старый доктор, ну, мой знакомый ветеринар, я ему объяснил ситуацию, что с ним. В итоге, ребят, была с ним такая тема, то, что на голове на себе показывать не буду, еще пол головы. И оттуда, из-под кожи шел гной в районе уха и в нижней точке, и в верхней этой болячке, вот этой здоровой, вот этой вот опухоли. Вот. И он мне сказал, говорит, поймай кота, говорит, выдави максимально как можно и залей вот это вот средство вовнутрь. Говорит, много не надо, говорит, ну, говорит, залей. Я так и сделал. В итоге называется хлоргексидинабиглюконат. О, блин, еле выговорил. Сейчас попробую, чтобы настроилось, вам видно было. Дальше что? Взял простую перекись потом, сверху обработал. Вот. Из кота там получается такая шапка здоровая, как будто мозги вытекают, такое белое все. У меня жена говорит, ты, говорит, кота, говорит, испортишь. А я говорю, какой перекись испортишь кота? Ладно, дело не в этом. Дальше взял я вот такое вот название, уже выкинул. Я потом уже вспомнил, уже из помойки достал. Вот этот препарат называется Цефтриак. Сон, во, блин, еле выговариваю. Смешал с новокаином, прям вот, как есть ампула, добавил там порошок в этом лекарстве, шприцом пятикубовым туда-сюда погонял, так вот разболтал, шприц зарядил, вот, и дальше полтора кубика каждый день ему делал, вот, это когда вот вы видели, он уже убегал, он уже боялся укола, вот такой капризный такой кот получился. Вот, и в итоге получается, вот так я его вылечил, буквально тремя уколами. Укол надо делать в районе ляжки, вот я делал, как оттопырил шкурку, загнал туда, и в итоге ввел полтора кубика. В итоге надо кота держать, иначе он, ему больно будет, он может сопротивляться и убежать. Надо какого-то помощника еще иметь с собой. Ребят, кому полезная информация была, я думаю, это каждому понадобится. Выход из положения очень такой более-менее бюджетный. Не надо вести ветеринару, ну, ветеринарам там платить деньги какие-то. Вот. Но метод очень эффективный. Вот. Ребят, кому полезная информация была, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Лишь бы самое главное здоровье было. Пока.